Здравствуйте, друзья! Буквально несколько минут назад появилась трагическая новость. Ушла из жизни выдающаяся актриса, творческий путь которой оставил яркий след в современном искусстве. Настоящий патриот, преданный национальной культуре своей страны. Ее многочисленные образы на сцене и в кино снискали всенародную любовь зрителей. Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах. Ушла из жизни актриса Юлия Борисова, которую помнят и любят зрители. Она сыграла главную роль в картине «Идиот». Известность актрисы не ограничивалась Советским Союзом, ее знали во Франции и Италии. Трагедию сообщили на сайте театра имени Вахтангова, где актриса прослужила целых 49 лет. Александр Олешко был первым, кто написал слова прощания. Они звучали так: «Честь и слава, хранитель традиций театра. Почти век красивой и достойной жизни. Светлая память». В последней воле актрисы было указано, что прощание с ней должно пройти в узком кругу семьи. Юлия Константиновна болела и находилась под наблюдением врачей. Также актриса тяжело переживала потерю единственного сына Александра, который ушел из жизни несколько месяцев назад в возрасте 70 лет. Супруг Юлии Борисовой, директор-распорядитель театра Вахтангова Исай Спектор, тоже скоропостижно ушел из жизни в возрасте 74 лет. У Борисовой остались две внучки, Мария и Дарья, и 5 правнуков. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.